Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас видеть на уроке субботней школы с Заокским университетом. Сегодня у нас замечательный урок, урок 12. Называется он «Призыв стоять твердо». И мы будем говорить сегодня о Божьем оружии, о воинственной обстановке в нашей христианской жизни, о том, как нам поступать и быть в этой ситуации. Я благодарна всем, кто сегодня будет вместе с нами разбирать этот урок. И по нашей сложившейся традиции давайте мы прочитаем памятный стих урока, записанный в послании к Ефесянам, 6 главе 10-11 стихах. Пожалуйста, прочитайте. «И напоследок скажу. Будьте сильными в Господе, не собою будьте сильны, а Его великой мощью. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола». Замечательно. Написано «облекитесь во всеоружие Божие». И вот знаете, когда читаешь этот отрывок и смотришь на послание к Ефесянам, на предыдущий контекст, да, где апостол Павел рассуждает довольно практических вещах, он говорит о взаимоотношениях в церкви, о взаимоотношениях в семье, о взаимоотношениях между людьми, о подчиненных, о начальствующих. И вот вдруг здесь начинается какой-то военный такой вот... Лексикон, язык, да. Говорится об оружии, говорится о том, что нужно взять меч, надеть шлем, нужно воинствовать. Вот на ваш взгляд, как вам кажется, вот эти предыдущие практические темы, связанные с отношениями, как связаны вот с темой вооружения Божьего? При чем здесь это? При чем здесь вообще вооружение? При чем здесь вот этот язык войны? Очень даже подходит язык вооружения. Дело в том, что ведь апостол Павел-то человек первого века, да, более того, имеющий римское гражданство, более того, живущий очень часто и очень много в языческих городах. Эфес, Коринф и далее. Которые сильны чем? Во-первых, римской идеей. Да? А римская идея, да, то есть это вот покорение, могущество, она же зиждилась-то во многом на легионах. Это не просто военная сила. Дело в том, что некоторые римские легионы могли и не сражаться, но они строили дороги, города, то есть такой древний стройбат. И поэтому легион, а что такое легион, да? То есть у него было собственное имя, у него был собственный флаг, у него были собственные шевроны, так нашим языком говоря. И до сих пор известны они, есть у нас любители истории, которые вам перечислят все, кто где был, кто где сражался, кто где что-то строил. Это описание порядка. Где бы ни был легион, в Африке, в Азии, в Европе, неважно, он будет устроен одинаково, лагерь будет одинаково, палатки будут стоять одинаково, все будет одинаково. Это такая, знаете, протостандартизация. Вот. И опять же таки, да, то есть римский легионер, который абсолютный победитель во всех войнах, ну, конечно, не проигрывал, но тем не менее, это описание стойкости, твердости, порядка, устройства, командования и много чего, что позволило Риму очень долго ведь просуществовать как лидирующая держава и империя. Поэтому, естественно, Павел хочет сравнить с чем-то основательным и сравнит прежде всего вот с той основой, мощью Римской империи. Это легионер. Ну, совершенно верно, да? Это вписывается вот в контекст, в котором живет Павел, в котором живет церковь. Но вот а как это, собственно, можно связать вот с предыдущим контекстом, да, когда речь идет об отношениях? Надо, наверное, обратить внимание на то, что у нас отрывок предложен для исследования стихи с 10 по 20, и тема всеоружия Божия или доспехов, она начинается в 11 стихе, как пояснение того призыва, который звучит в 10. То есть Павел не просто развивает тему вооружения из ниоткуда, она появляется как пояснение того призыва, который он делает в 10 стихе, вот то, что мы читали, напоследок скажу, будьте сильны в Господе, Его великою мощью. И дальше он поясняет, что он имеет в виду, и для этого как раз-таки прибегает к метафоре вооружения. А вот тема укрепления в Господе или вот этого тема силы в Господе, это тема, которая развивается с первой главы. Собственно, первая глава заканчивается молитвой Павла о ефесянах, чтобы они могли познать силу Божью действующую. Сначала Павел говорит о силе Божьей действующей во Христе, в Его воскресении и торжестве, а затем во второй главе он говорит о силе Божьей действующей уже в самих верующих. Поэтому вот то, что 6 глава 10 стих начинается словами «напоследок», то есть как бы в конце, оно не случайно. Павел подводит своего рода итог, да. И если мы посмотрим на то, как Павел развивает мысль в стихах с 10 по 20, то мы увидим целый ряд параллелей с основным содержанием послания Ефесянам. Идея обличения, например, «облечься», Павел говорит, да, но здесь он говорит «облечься во всеоружие», но в 4 главе присутствовала идея «облечься в нового человека».
человека. Тема силы Божьей, как я уже сказал, она в начале здесь присутствует, и она присутствует в первой и во вторых главах. Тема молитвы, которой завершается наш отрывок. По сути, первые три главы послания Ефесянам – это молитва, прерывающаяся на некоторые отступления. То есть, как бы, это такая квинтэссенция всего послания, представленная с помощью метафоры, метафоры вот этого всеоружия. И если попытаться суммировать, некоторые исследователи говорят, вот если в нескольких словах суммировать воззвание послания Ефесянам, то его можно озвучить следующим образом. Вспомнить, если пятую главу, то Павел там призывает «живите в любви и мудро», это один призыв. И второй призыв, который мы находим в шестой главе, это «ведите духовную битву» или «облекитесь во всеоружие Божие». Вот в этих двух призывах «живите в любви и мудро» и «облекитесь в Божье всеоружие» – вся суть того, о чем Павел хотел бы сказать христианам в Ефесе. Но здесь ведь идет еще такие мотивы еврейской апокалиптики. То есть вот этой самой великой борьбы, о которой мы очень часто говорим, адвентисты седьмого дня, да? И вот эта тема великой борьбы проходит через общество, через церковь, через семью, через отношения, опять-таки, там вот, в социуме. И, естественно, вот эта великая борьба, то есть, и когда мы говорим «живите мудро», что это означает, да? То есть книги мудрости сообщают о двух путях. Вот путь нечестивого, вот путь праведника. Выберите что? Путь праведника. То есть великая борьба должна оканчиваться чем? Победой. И вот последнее, финальное как бы определение апостола Павла – всеоружие. Оно будет говорить о том, как победить. Именно в духовной борьбе. Замечательно. То есть Павел говорит, живите мудро, да, живите в любви. И он как бы показывает вот в шестой главе, что да невозможно будет жить мудро, невозможно будет жить в любви, если вы не облечетесь во всеоружие Божие, если вы не облечетесь в Христа. Ничего не получится, да, потому что одна из основных тем послания, это послание написано с целью объединить церковь со Христом и друг с другом. А Павел, вот говоря о всеоружии Божие, вот наш памятный стих мы прочитали, далее он показывает, против кого, собственно, направлена наша борьба. И вот это очень интересные, замечательные вещи он пишет, давайте мы порассуждаем о них. 12 стих, прочитайте его вслух. 6 глава послания к Ефесянам, 12 стих. «Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правит тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного». Угу. Спасибо большое. То есть наша борьба, вот это оружие, все оружие Божие, которое мы облекаемся, на самом деле для чего? Для того, чтобы противостоять кому? Силам потусторонним, так и написано, силам потусторонним. А вообще, вот как вам кажется, разве просто сражаться с невидимым врагом? То есть мы сражаемся вслепую, по сути. Да, у нас есть меч, да, у нас есть доспехи, но мы своего врага в лицо не видим. Он невидим, это потусторонние силы. И вот мне хотелось бы спросить вас, как вы думаете, почему Бог сокрыл вот этот потусторонний мир от глаз человека? То есть мы не видим ни ангелов Божьих, ни ангелов дьявола, которые окружают нас. Вот разве в этом случае, если бы мы видели, нам не проще было бы сделать выбор? Нам не проще было бы вести вот это сражение? Почему Бог сокрыл от нас этот мир? И мы ведем войну вслепую, по сути. А имеем ли мы силы против этого мира? Того мира от тьмы, да? Мира как бы ангелов падших. Нет, я думаю, что с ними сражаются ангелы света. Да? Опять же, Эллен Уайт пишет о том, что тот невидимый мир вокруг нас, как бы, ну, ангелы ополчаются, да, ангелы света, и ведут борьбу против ангелов тьмы. Да? И здесь человек против мира духов абсолютно, мне кажется, бессилен. Он проиграет, если у него не будет поддержки, соответственно, от Бога. Хорошо. А зачем тогда доспехи? Доспехи нужны, чтобы сражаться. Если я уже, как бы это сказать, заранее побежден силами тьмы, да, потому что они действительно сильнее меня, и трудно не согласиться, то в чем тогда смысл вообще борьбы? Я бы хотел еще вернуться к 10 тексту. Я смотрел разные переводы, и вот переводчики Заокского перевода, они такой небольшой дают акцент в этом тексте. И напоследок скажу, будьте сильными в Господе, не собою будьте сильны, а его великой мощью. Не собой будьте сильны. То есть уже изначально Павел как бы показывает, что та война, которая вам предстоит вести, в ней вы сами победителями быть не можете. Ну, просто потому, что мы из плоти и крови созданы. Та сила совсем имеет, ну,
иного свойства. И вот здесь в этом тексте как бы вот делается этот акцент, что не собой будьте сильны, не пытайтесь сражаться с этой силой самостоятельно, вы потерпите поражение, вам необходимо. И дальше идет перечень того вооружения, которое вот им требовалось для этой войны. Да, ну, про видимость-невидимость тут можно с двух сторон подойти. С одной стороны, вот когда мы понимаем, что послание было написано жителям Ефеса, и в Ефесе произошел эпизод в книге «Деяния апостолов», описан, когда силы зла себя проявили. Эпизод, когда некие сыны первосвященника Скевы, да, пытались изгонять бесов, используя имя Иисуса. И вот бес говорит: и Павла знаю, и Иисуса, которого он проповедует, тоже знаю, а вы кто такие, не знаю. Вот. То есть как бы в данном случае сила зла явно себя проявляет и демонстрирует свое превосходство. Помогло ли видение силы одержать победу? Сожгли нет. Много книг. Да, на 50 да. тысяч серебра. Да, но когда увидели, каким образом происходит, каким образом действует имя Христа и формальное исследование к чему приводит. Но на что я хотел бы обратить внимание. Видимость или невидимость не влияет на исход борьбы. Потому что в таком случае, если бы дело только было бы в видимости или не в невидимости, не было бы падения ангелов на небе, которые видели Люцифера и имели возможность с ним общаться. В таком случае не было бы падения Адама и Евы, которые имели возможность созерцать духовный мир и общались с ангелами и с Богом лицом к лицу. В том-то и как бы сложность борьбы, в которую мы вовлечены, в том, что, ну, когда нам кажется, да, может быть, Бог нам показал бы мир, и, да, и мы бы увидели, а, вот это вот слуги дьявола, а, вот это вот слуги сатаны. Но второе послание Коринфянам, 11 глава, обращает наше внимание на одно очень интересное обстоятельство. Она говорит, в этой главе сказано о том, что даже сам сатана принимает вид ангела света, тем более слуги его. То есть это бы сработало, если бы мы бы вот мы, ну, как бы жили вот в парадигме такой, да, средневековой, где дьявольские силы определенным образом изображаются, чертики там вот с такой вилочкой и так далее. Но ведь небесные существа, с которыми нам приходится сражаться, это вовсе не те существа, которые мы можем увидеть вот в изображениях на иконах. Это совсем не те существа. Поэтому видение духовного мира, ну, то есть, как бы, перевод его в область физическую такую не решает проблемы обмана, с которой приходится сталкиваться в любом случае. И вот сложность этой борьбы как раз-таки в том, что дьявол маскирует все свои попытки. Он использует разные инструменты, вот как Юрий Михайлович говорил, да, то есть эта борьба, она пронизывает, она и общество пронизывает, она и семью пронизывает. Вот. С кем воевать? С женой? С мужем? С детьми? Потому что во второй главе, когда Павел описывает состояние человека, то там видно, что вот эта вот борьба и действие этой силы, она захватывает самого человека даже. Подчеркивается, что князь, действующий ныне в людях, противящихся Богу. То есть этот князь, он действует еще и внутри людей. То есть мы как инструменты своего рода этой борьбы. То есть или на стороне Бога, или на стороне да. дьявола. Я бы все-таки сказал, что мы поле все-таки. Мы поле. Мы поле борьбы. Как интересно. Мы не инструмент. Мы поле борьбы. Мы поле борьбы. Сердце наше, наш разум, наше сознание. А если дьявол через меня действует, могу я быть инструментом в его руках? Вот, например, прийти и что-то натворить? Да, я думаю, конечно, и вот там же есть еще написание, что сыны противления, да, и что духи вот эти живут в людях и используют людей. Точно так же, как Святой Дух нас использует как верующих, точно так же та сила использует сынов противления. Да, в этом случае, если мы эту битву проигрываем, то мы из поля битвы превращаемся в инструмент. Наверное, можно было бы так сказать, да. Вот посмотрите, что получается. Мы своего врага в лицо не видим. Мы можем только догадываться, да, о том, что происходит вокруг. Мы не видим Божью поддержку, да, которая вокруг нас. Мы тоже ее не видим. Плюс ко всему, можем ощущать. Но плюс ко всему, мы еще пришли с вами к выводу, что мы в этой борьбе, собственно-то, сделать особо ничего и не можем. И Павел говорит, так поскорее давайте, надевайте на себя что-нибудь, какое-нибудь обмундирование, чтобы не погибнуть. Хорошо. Если исход этой борьбы, победа в этой борьбе от меня не зависит, то какова моя роль тогда вообще в этой Я борьбе? Думаю, зависит. Не мешать? Вот
Что я-то должен делать? Ну, зависит. Если бы она не зависела, тогда не было бы нескольких увещеваний. Так а что я могу против сил зла? Вот что я могу сделать? Так вот в том-то и дело, что вот это, извиняюсь, Анатолий Анатольевич, вот это всеоружие, да, которое открывает, ну, это метафора, ведь это картинка, да, он, вот посмотрите на легионера, но ведь инструментарий-то не буквальный меч, щит и шлем. Это понятно абсолютно. А духовный. Поэтому за всеоружием стоит духовное всеоружие, которое противостоит не в этом видимом мире, а прежде всего против невидимого мира. Я согласна абсолютно, но у меня такое впечатление, что вот моя роль просто, вот знаете, как маленького ребенка, вот одели, чтобы с ним ничего не случилось, вот чтобы его там стрелой не ранило, там огнем не обожгло, вот его одели, сказали, стой тут спокойно, не мешай никому, хорошо? Вот у меня такое впечатление, что вот это наша роль великой борьбы. Это так или нет? Наверное, вот какова нет. моя роль? Не мешать, стоять или... В 11 тексте сказано, чтобы вы могли противостоять. Противостоять. То есть это активная позиция. Это, ну, меч явно не оружие обороняющееся. Все-таки нет. Меч все-таки это больше, наверное, наступательное оружие, на мой взгляд. То есть это, ну, его можно использовать в обороне, но меч все-таки это не щит, это меч. Поэтому здесь как бы активная позиция должна быть. Активная должна быть. Да. Ну да, тут же есть целый ряд призывов, с которыми Павел обращается, то есть повеление, которое он дает. Возложите на себя Божьи доспехи. То есть если от меня ничего не зависит, тогда к чему призыв? Чтобы не убило раньше времени. К чему призыв возложить? Да. Дальше. Обуйте ноги. Опять призыв. Всякий раз не забывайте брать с собой щит веры. Возьмите шлем спасения. И вот интересно, что ближе к концу этого отрывка Павел уходит от метафоры и начинает говорить открытым языком в 18 стихе. Он говорит, молитесь же, как Дух вас к тому побуждает во всякое время. Бодрствуйте для сего, и в просьбах за весь народ неутомимыми будьте. То есть вот как бы он вырисовывает то, что мы можем делать. Да, победа зависит от Бога, и это очень четко показано в первой главе. Сила действующая, это Божья сила. Эта сила воскресила нас. То есть как бы рассуждать по принципу, а что же мне делать? Конечно, воскресить себя я не могу. Это Он меня воскресил, это Он меня посадил. То есть тут целиком и полностью мы зависимы от Бога. И призыв 10 стиха тоже. Будьте сильны Господом. В Господе сила. Вот. Поэтому если говорить о том, что, как бы, что касается нас, победа концептуально достигнута. И будет как бы достигнуто вне зависимости от того, окажусь я в рядах победителей или нет. Теперь вопрос в том, где я буду. Вот как бы, да, вот о чем говорит Павел. И Павел хочет, чтобы его читатели были в числе победителей. А вот это уже зависит от ежедневных усилий человека. Вот от того, что он делает. То есть берет ли он на себя Божьи доспехи? Берет ли он вот эту обувь? Одевает ли он этот шлем? Молится ли он, как призывает Павел? А с другой стороны, надо сказать о том, что человек, который побеждает, он является еще и чьим-то помощником, и спасителем, условно говоря, да? Потому что рядом со мной живут тоже люди, которые также ведут эту великую борьбу. Но в каком они состоянии? Проигравшего, потерпевшего. Раненого. И я могу ему помочь. Я, человек, проживший вот определенную историю великой борьбы, могу помочь другим людям, которые погибают, которые ранены. То есть можно я так обобщу? В двух словах. То есть Бог ведет за меня войну на невидимом фронте. Правильно? То есть я не вижу вот этих сил, я не вижу их. Бог их видит. Он ведет за меня войну на невидимом фронте. Я веду войну на видимом фронте. И вот этот видимый фронт Павел описывает вот в предыдущих стихах, в предыдущем контексте. Он говорит, собственно, с чем нам приходится сталкиваться. В церкви – это тоже фронт, это тоже линия фронта. С нашими родными, близкими – тоже линия фронта. Да? С нашими друзьями, незнакомыми, с проповедью Евангелия – это все проходит линия фронта. Роман. Я все-таки вступлю в полемику. Павел же говорит вначале, что мы воюем не с людьми, не с плотью, кровью мы воюем. То есть даже если есть какой-то реально физический противник – дело не в нем. За этим человеком может стоять вот та самая сила. Все-таки он война, просто инструмент. Да, он инструмент. Есть невидимая война, вот эта великая борьба, вот, которую никто не отменял. И мы должны понимать, особенно, мне кажется, сегодня, в наши такие непростые времена, нам надо понимать, что есть духовная война, к
которая идет за спинами людей. И я вот еще, касаясь вот этого вооружения, то, о чем Юрий Михайлович сказал, сравнивая там, да, вооружение легионеров, обратите внимание, что дается не какой-то один вид оружия, а дается целый комплекс. И мне вспоминается фильм «Черно-белый» Александр Невский. И там есть такой герой один, которому дают кольчугу, а она ему короткая. Помните, он говорит, это маловато кольчужка, он так говорит, или коротковато кольчужка. Одевает, идет сражаться, и в итоге его убивают, и он как бы с улыбкой погибает, говорит, коротковато кольчужка оказалась. Вот важно, чтобы у нас кольчужку нашу, которую мы берем, чтобы она не была короткой, чтобы вот весь комплекс был у нас в духовном арсенале. Только так можно противостоять. Это очень серьезная война. Война очень серьезная. Аминь. Но вот я хотела бы спросить, вот скажите, с точки зрения современного человека, да, когда человек осознает, что дьявол против него, бывают такие ситуации, когда человек сталкивается с дьяволом лицом к лицу. Вот мне, как человеку, имеет ли смысл говорить: «Дьявол, все, я начинаю борьбу против тебя»? Или нет? Или это не моих... как бы это сказать, не моего ума дело, и я не могу так в открытую идти против сатаны. Ну, пример деяний показывает, что даже Павел так не говорил: я дьявол с тобой иду в борьбу. Иду всегда присутствовало имя Иисуса, то есть во имя Иисуса это происходило, и все практики изгнания бесов, ну, то есть такого явного соприкосновения с демонической силой, они всегда сопровождаются призыванием имени Христа, потому что, ну, как бы... По-другому невозможно, да, в принципе. Да, иначе никак, то есть мы не можем противостоять этой силе. Христос, вот как в первой главе Ефесянам сказано, Он над всякими силами, начальствами, властями, Он над ними, а благодаря Ему и мы над ними. Поэтому вот так вот. Ну, тут яркий пример сам Иисус, когда Он спорил о Моисеевом теле, да, что Он сказал? Да запретит тебе Господь. Да запретит тебе Господь. То есть Он: не я запрещаю тебя, ну-ка иди отсюда. А Он от имени Бога действует, именем Бога. Я обратил внимание еще на послание Якова, 4 глава, 7 текст. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Вот нередко у нас бывает так, что мы вот слово «покоритесь» забываем. То есть мы начинаем сразу противостоять. Со второго шага. Сначала должен быть сделан первый шаг. Покоритесь Богу, иначе вот будет как вот в истории, которую Анатолий Анатольевич привел, когда там семеро пытались изгнать, но не покорились. То есть они сразу начали со второго шага. Самого эффектного, безусловно, шага. Но без покорности Богу мы терпим поражение. Вот интересно, наверное, продолжая вот эту мысль, давайте прочитаем послание к Ефесянам, 6 главу, 16 стих. Это кое-что говорится о вооружении. Вот прочитаем этот момент и порассуждаем об этом. «И всякий раз не забывайте брать с собой щит веры, которым сможете угасить все пылающие стрелы злого духа». Угу. Вот на ваш взгляд, что означают раскаленные стрелы, которые дьявол пускает против нас? Это метафора. Да. Но вот на ваш взгляд, что это означает? Как это материализуется в нашей жизни? А вот слово «все», которое вначале встречается, говорит, что это любые нападки дьявольской силы. Это могут быть преследования, это могут быть искушения какие-то, это может быть давление извне. Да. В случае с жителями Ефеса это достаточно серьезная могла быть проблема с культом поклонения богини Артемиде, потому что Ефес был ключевым центром. И, кстати, интересно, что эта богиня очень часто изображалась как богиня-воительница, охотница с луком и стрелами. Вот. Поэтому, кстати, да. Поэтому вот это вот слово, которое начинает «все пылающие стрелы», и вот это «пылающие стрелы», ну, опять же, отсылка идет к практике ведения войн в древности, и у нас есть свидетельства античных авторов, которые говорят о том, что вот эти вот стрелы, которые зажигались перед тем, как их запускали, они представляли собой очень опасное оружие, потому что затушить огонь, который возникал вследствие этого поджога, водой невозможно было. Вода, наоборот, провоцировала еще большее возгорание. Его можно было, этот огонь, затушить только если землей засыпали. Павел говорит гасить верой. Почему только вера может угасить эти стрелы? Но опять же, да, противостояние идет на таком уровне, что как бы тут нужно потустороннее оружие, да, то есть победы. А вера, что такое вера? Что это же невидимое, вера? Да, опять-таки. Невидимое. Нельзя пощупать веру, нельзя ее как-то вот передать или купить, или продать. Веру можно как-то обрести в отношении с Богом.
И это то оружие, которым мы противостоим против вообще всего вот этого духовного мира и против того, что проявляется в нашем мире, да, опять-таки, как зло проявляется. Вера. Вера во Спасителя, вера в Иисуса Христа, вера в том, что Он меня залюбит, защищает, что я Его Сын, несмотря ни на какие беды и проблемы. И вот вся история Священного Писания от книги «Бытие» до «Откровения» – это свидетельство этому. Да, вера – это доверие, упование на Бога, так можно еще сказать. Увидеть это просто на примерах патриархов, героев, то есть в каких случаях им требовалась вера. Потому что вера, эти стрелы, это могут быть как внешние вот эти трудности, испытания и проблемы, так и внутренние какие-то страхи, сомнения. И вот то, как они угашали эти стрелы, мы же видим в Священном Писании. Вот через свои поступки веры, да, которые у них были? Да, то есть им нужна была вера в определенных обстоятельствах. Совершенно верно. Вот стрелы – это боль, правильно? Вот если тебя ранила стрела, это больно, это реально больно. Но вера, он говорит, угасите это верой. Первое, что подорвал дьявол в Эдеме, это что было? Веру, доверие Во Богу. Во что? Доверие в Бога. Первое, что он делает, когда он приходит к человеку, первое, он подрывает доверие и веру в Бога. Первое. И вот апостол Павел говорит, вот с этого как раз и начнем. Только полное доверие, когда тебе больно, когда тебе плохо, когда тебя поразила эта страшная стрела, вот это полное доверие Богу, только это может погасить твою боль. Да, и ведь видите, опять же, вот в чем наша проблема, да, христиан 21 века. Мы иногда не умеем встречать проблемы, да. Они могут быть очень тяжелыми, да, это в том числе и тяжелая болезнь, да, и там и увольнение потеря с работы, близкого. Потеря близкого, вообще это страшные вещи. Как вот с этим жить, как этому противостоять, да? Сразу же мы думаем о том, что мы никто, мы грешники, Бог нас за не любит, нас Господь оставил. Я вот совсем пропащий. И дальше вот шаг за шагом человек начинает остывать. А с другой стороны, это ведь та возможность проявить истинную веру Христову. Это возможность получить очень мощный духовный опыт, да, в общении с Богом, в борении, как мы говорим очень часто. Это возможность. Вот интересно, вот совершенно верно. Интересно, что Павел об этой, наверное, возможности, вот буквально вот повторяя ваши слова, он и пишет в нашем памятном стихе. Давайте его еще раз прочитаем. 10, 11 стихи нашей главы, 6 главы. «И напоследок скажу, будьте сильными в Господе, не собою будьте сильны, а Его великой мощью. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола». Что означает укрепиться Господом и облечься в Господа? Вот только практическими какими-то вот воплотимыми такими вещами объясните вот простому человеку, что означает мне вот эти вот красивые слова метафорические. Облекитесь Господу, будьте сильны Его великой мощью. Как это на самом деле? Ну, если позволите, буквально коротенькую историю из моего пасторского опыта. В одном из городов молодой человек, член церкви, ехал на работу, стоял на остановке автобусной, где завязалась драка, были подвыпившие молодые люди. Он стоял, просто отошел в сторону. Вот там приехала полиция, все дела. В общем, каким-то образом всех собрали, кто был на остановке. А оказалось, что один из потерпевших, кого били, он умер. Посадили всех, включая нашего брата. Который стоял в стороне? Который вот, ну, рядом стоял, но он не совсем далеко ушел. Вот он отошел чуть-чуть в сторону, и все. Вот. Ему присудили чуть ли не 7 лет, что вот он там был на месте, как бы вот якобы был участником. Доказать не смогли, человека посадили. Вот для, когда шел суд, когда вся ситуация это так протекала, да, то есть, ну, что для семьи, понимаете, они все ходят в церковь, да, то есть, но как могли бы мы и поддерживали, и как бы, как могли мы все-таки там пытались и молиться вместе, и все, и с этим человеком Библию все ему дали, не буду называть имя и город. Но суть в чем? Чем все закончилось? Да? Во-первых, его освободили досрочно и очень быстро, сняв потом все судимости. Но все-таки в итоге это все разрешилось. Да, какое-то время ему пришлось пробыть вот в той самой тюрьме. Там он организовал церковь. В тюрьме? Ну да. Потому что он пришел туда с Библией. Как бы он пришел, начал читать. Он получил уважение в том бараке, где он находился. У него образовался круг последователей. Он оттуда звонит и говорит, там, ну, я вот освобождаюсь. А кто вместо меня бы сюда пришел? Ну, что с этими людьми делать-то, понимаете? Да? То есть там уже образовалась группа верующих людей. Вот. Ну вот что это такое? Да? То есть... Ну что вот это? Сила облегшиеся, люди, облегшиеся силой Господней? Ну я думаю, что вот он... Он все понял, говорит, меня Бог сюда привел, чтобы вот этих людей привести ко спасению. Он освободился, нормальная семья, хорошая до сих пор, он совершает служение. То есть тот, кто облекается Господом, он идет туда, куда Господь ведет, и делает то, что Господь говорит.
Но он не сломался, не потерял веру, не сказал о том, что все, как так. Вот, то есть он все-таки сумел укрепиться в Господе. Да? Вот Бог укрепил его. Бог укрепил его. Замечательный пример. Еще, братья, есть вот какие-то практические пояснения, что это укрепиться в Господе? Ну, вообще весь отрывок для того, чтобы практически несколько показать... Несколько полезных советов, ну, да. Ну, полезные советы. Тут написано, допустим, «Обуйте ноги в готовности возвещать благую весть». Метафора. То есть, да, но метафора, которая очень прозрачная. То есть быть сильным в Господе – это возвещать благую весть. То есть идти, это проповедовать, да. Делиться своей верой. Или шлем спасения возьмите. То есть будьте уверены в том, что вам даровано спасение. Уповайте на то, что с Богом совершено. Или духовный меч, Слово Божие. То есть обращайтесь к этому Слову для того, чтобы отличать, что есть истина, что зло, для того, чтобы противостоять разным соблазнам, вражеским искушениям и так далее. То есть, вот, кстати, вот очень важный момент. Вот, обратите внимание. Это комплекс, вот, о чем Роман Владимирович сказал. Нельзя из этого во всеоружие что-то удалить. Удалите обувь, человек жизни. Проиграет. Снимите шлем, он погибнет. Уберите щит, он погибнет. Без меча бессмысленно. То есть вот вся ценность этого, как бы этой иллюстрации, вот это действительно комплекс защиты. А давайте перечислим этот комплекс. От готовности благовестия до самой веры. Вот давайте перечислим. Готовность благовествовать, что еще? Только теперь не оружие перечислять, сначала, а то, что оно означает. Что есть, означает? Пояс истины. Пояс, то есть истина. Истина, что еще? И броня праведности. Праведность. То есть истин праведность. Праведность чья? Ну, естественно, Божия. Божья праведность. Ну, да? И истина, в том числе, и моя и тоже. И моя нам. Так, истина, праведность, что еще? А потом вот обувь, возвещение благой вести. Благовестие. Потом так. Щит, то есть вера. Вера, еще. Шлем. Спасение. Спасение. Что еще? Меч духовный. Слово. Что? Слово Божие. Божие, да. Меч духовный, Слово Божие. То есть у нас получилось, смотрите, комплекс, 6 штук. Да, и отдельным пунктом еще идет молитва. Идет молитва. Заключением идет молитва. То есть у нас есть истина, у нас есть праведность, у нас есть вера, у нас есть благовестие, у нас есть спасение, да, и у нас есть Слово Божие. И вот это разорвать и убрать невозможно. То есть, если ты это убираешь, ты ставишь свою жизнь христианскую, духовную, по что? Под удар. Вот, короткая кольчужка. Под угрозу. Короткая кольчужка. Все, ты погибаешь. Ты погибаешь. И Господь говорит, какая бы роль в этой борьбе у тебя ни была, что бы я тебе ни поручил делать, вот без этих 6-7, да, с молитвой составных, ты не выживешь, понимаешь? Ты просто не выживешь. Убрать ничего нельзя. Все нужно. Еще один такой практический совет вы просили. Когда утром первая молитва, то, например, я всегда прошу эту произношу эту фразу из молитвы «Отче наш», я говорю, не веди меня в искушение, но избави от лукавого. Для чего? Я показываю Богу, во-первых, что я не хочу сегодня ничего иметь общего вот с этой силой. Я признаю, что я не способен сам сражаться с этой силой. Я прошу меня на сегодняшний день избавить меня от него. Оградить, охранить и поставить. То есть вот то, о чем и надеваю на себя доспехи с утра. Жителям, верующим Эфеса и хочет донести, что это духовная борьба, она ежедневная борьба, что да, у вас есть какая-то повседневная жизнь, и проблемы в церкви какие-то есть, повседневные, но у нас всем этим есть еще великая борьба. Вы об этом не забывайте и помните, что вы сами в этой борьбе ничто. То есть, поэтому вот это, утро надо начинать с того, чтобы сказать Богу, что я готов сегодня быть принадлежать тебе. То есть вот это оружие, это обмундирование, в принципе, носить-то нужно постоянно, правильно? По-хорошему, да. Но и цель-то борьбы какая? Победа. 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 Цель борьбы – это победа. Вот на ваш взгляд, что такое победа вот в этой борьбе? Вот как бы вы ее определили? Ну, можно это образно определить, когда Павел во второй главе говорит, вы воскресли со Христом и сели. Победа – это когда вот это вот станет физической уже реальностью. То есть, когда вот эта альтернативная реальность, которую я не вижу. Да, она откроется, и мы окажемся вместе со Христом, торжествующими и празднующими победу. Я вот дошел. Это как бы такая финальная точка. Но эта финальная точка, путь к ней, он выстраивается из множества маленьких ежедневных побед, которые мы одерживаем в семье, в церкви, на работе, там, на месте учебы. Вот из этих вот маленьких побед складывается путь к вот этой вот окончательной. Да, здесь можно добавить, что можно в нашей жизни духовной, я сейчас точно не помню эту формулировку, можно проиграть битву, да, но выиграть сражение как-то так, да, что мы можем на какой-то стычке проигрывать, быть израненными, падать, но вопрос не в том состоит, а в том,
какой финал вообще всей, в целом всего нашего сражения, потому что, ну, для меня победа будет состоять в том, что, ну, если Христос раньше не придет, то в тот момент, когда моя земная жизнь закончится, чтобы я успокоился во Христе. Вот все, значит, я победил. То есть я прошел свою жизнь в Боге, и я умер в Боге. В принципе, это цель верующего – умереть в Боге. Успокоиться, уснуть. Пройти с ним до конца. До конца. И не боясь. Смерть – это ничто, это сон. То есть, чтобы ты успокоился в Боге, значит, ты победил. Все. То есть ты дошел с ним до конца, да, и ушел к нему. Я дошел, да. Я дошел до конца с ним, успокоился, и я воскресну уже в Боге. И вот это победа. Это победа. И вот это победа. Это победа, да. Аминь. Вот. Аминь. Замечательно. Вы знаете, в Откровении там есть послание церквям, и там вот каждое послание семи церквям заканчивается вот таким обетованием победы. Вот мне очень нравится одно из этих обетований. Давайте мы прочитаем Откровение. Это как бы даже уже не послание церквям, а это, наверное, скорее всего, заключительная глава, 21 глава, 7 стих. Прочитаем с вами. Откровение, 21 глава, 7 стих. «Все это наследует победитель, и буду я ему Богом, а он мне сыном». Спасибо. В синодальном очень интересно сказано. Побеждающий наследует все. Побеждающий наследует все. Вы знаете, это апостол Павел неоднократно в послании к Ефесянам говорит о тайне. И вот наша духовная битва – это тоже тайна. Мы пытались сегодня понять, да, какая моя роль, какая роль Бога. На самом деле это тайна, которую Господь каждый день совершает в нашей жизни. И все, что Он просит – носить доспехи, чтобы не погибнуть раньше времени. И быть победителем, и наследовать все. И быть, чтобы Он был нашим Богом, а мы были Его Сыном. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Пусть Господь благословит вас.